Специалисты экстренных служб города отрабатывали реагирование на условные чрезвычайные ситуации природного характера. По легенде, в результате обильных осадков произошел резкий подъем уровня реки Мзымта. Спасателям предстояло эвакуировать людей, которых потоком воды унесло в море, а также ликвидировать последствия подтопления в поселке Мирные. С воздуха спасатели и летчики МЧС подняли условно пострадавших из воды на борт вертолета. На море эвакуация проводилась с применением катеров МЧС России. Подключился и кинологический расчет. Утопающий, ухватившись за лабрадора спасателя Марфу, был оперативно доставлен к катеру и поднят на борт судна. Также по легенде учений, в результате землетрясения разрушилась часть ледового дворца Большой. Спасатели и пожарные эвакуировали людей из здания, после чего отработали практические навыки по деблокированию, спасению пострадавших и передаче их медикам.